Вот уже 3 месяца, как я пользуюсь наушниками Marshall Major 5-го поколения, но многие почему-то продолжают покупать мажоры 4-е. И в этом видео мы разберем топ-5 причин, почому стоит купить именно мажоры 5-е и именно сейчас. Пристегивайте ремни, а если вы кушаете, расстегивайте их. Полетели! Мы уже снимали подробный и классный обзор мажоров 5, который вы можете посмотреть по этой ссылочке, но сперва досмотрите это видео, потому что в конце вас ждет интересный подгончик от меня. И 5-я причина, начнем с конца, это просто позвонить другу и сказать ему: у меня мажоры 5-е, все, давай, пока. Ну, на самом деле, это повыеживаться, наверное, потому что не у всех сейчас они есть, не все вообще знают, что мажоры 5-е уже вышли, и они у тебя уже на ушках. И это реально круто ходить с флагманскими наушниками, которые еще имеют очень много интересных плюх. Идем дальше. 4-я причина — это их технические апгрейды. Ну, во-первых, Bluetooth 5.3, который обновился спустя долгое время. И это на самом деле заметно, потому что наушники быстрее подключаются к вашему смартфону, когда вы их надеваете и включаете. Ну, только нажали кнопку, на деле они уже подключились моментально. И это круто. Ну и второе, наушники получили кодек LE Audio, который обеспечивает меньшее энергопотребление без потери качества звука. И это тоже очень круто. Ну и в целом, вы представляете себе, наушники теперь живут 100 плюс часов. Это супер круто. То есть вы их купили и до 7-го поколения этих наушников не заряжаете. Ну шутка, конечно. Все зависит от того, как вы будете их эксплуатировать. Я их заряжаю раз в месяц. То есть у меня здесь 3-4 цикла перезарядки всего. А третья причина флагманская. Потому что мажоры теперь подключаются к приложению Marshall Bluetooth. Это значит, что помимо того, что вы можете там настроить эквалайзер в приложении, также подключиться к кнопке M, что позволяет вам переключать эквалайзер с помощью этой кнопки, либо если вы слушаете в Spotify музыку, то тоже включать музыку с помощью этой кнопки. Но самое главное, мажоры 4 всем было очень сложно отличить от подделки, которых очень большое количество. Мы снимали также много видосов, как отличить оригинал от копии, но теперь же здесь вам не придется особо париться, чтобы проверить их на оригинальность, потому что только оригинальные наушники Marshall смогут подключиться к приложению Marshall Bluetooth. И это единственное, что вам нужно проверить. Вторая причина или второе место — это их более комфортная посадка. Потому что это накладные наушники, и здесь это супер важно. По легкости они такие же примерно, как мажоры 4, но амбушюра здесь на 2-3 мм больше. И вы скажете, наверное, он сошел с ума. В чем разница? Я с закрытыми глазами отличу, на мне 4 или 5, потому что реально размер амбушюр, за счет того, что он стал даже незначительно больше, комфортнее стала посадка. И сами амбушюры по плотности стали более мягкими. И я считаю, что это прям эталон амбушюр. Ну и первое место и самая основная причина, почему стоит купить мажоры 5-го поколения. Стоимость их сейчас 16 990. Мы снизили стоимость на 5000 рублей. И чтобы вы понимали, мажоры 4 сейчас стоят 14 990, оригинальные, в нашем магазине. Потому что если вы видите цену 9-10 тысяч за мажоры 4, то я вас уверяю, вы попали на неоригинальные. Так вот, разница 2000 рублей, и за эту разницу вы получаете свежий дизайн. Мне, например, больше нравится, что здесь они пришли к тому же, что и было на мажорах 1-2 поколения, и это текстиль в виде кожи на чашках. Это выглядит круто и свежо. Также вы получаете кнопку M и подключение к приложению Marshall Bluetooth. Вы спокойны в том, что это оригинальные наушники, потому что они подключаются к приложению. В нем можно настроить кастомный эквалайзер, кнопку M, соответственно, ну и другие настройки приложения Marshall. 100 плюс часов заряда, Bluetooth 5.3, кодек LE Audio, ну и, конечно, самая комфортная посадка среди всех мажоров. 2000 рублей за эту разницу — это вообще ерунда. А с промокодом, который вы найдете здесь и также в описании ролика, вы получаете скидку 1000 рублей на покупку наушников Marshall Major 5-го поколения, 4-го поколения и других наушников Marshall в нашем магазине до 1 декабря 2024 года. Круто? Круто. Пишите в комментариях, какими наушниками вы пользуетесь, купили бы вы себе 5-е мажоры или остались бы на своих 4-х, если они у вас есть. Не забудь подписаться на наш YouTube и ВК, чтобы никак не потерять нас, а то ходят слухи, что YouTube скоро может потеряться, ну, вы все сами знаете. Ну и, конечно, воткните лайк этому видосу и оформите подписочку на нас. Всем спасибо, что смотрели это видео, пока-пока.